कर्मावलम्बका किचिद् किचिद् ज्ञानावलम्बका वयं तु हरिदासानं पादत्राणिति लम्बवलम्बका कर्मावलम्बका किचिद् किचिद् ज्ञानावलम्बका वयं तु हरिदासानं पादत्राणावलम्बका। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल्ड Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что та ситуация, в которой мы находимся, мы должны быть довольны тем положительным, что происходит с нами, поскольку все происходит по воле Кришны, согласно нашим прошлым действиям, согласно нашим прошлым деянием. И Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что согласно нашим прежним действиям мы получаем какие-то плоды сейчас, то есть из-за наших прошлых действий, и мы должны быть довольны тем, что происходит с нами, поскольку все происходит по воле Шри Кришны. Итак, согласно нашим прошлым действиям, мы попали в ту или иную ситуацию, и мы не должны гневаться, мы не должны беспокоиться насчет этого. И та шлока, с которой я начал, она очень и очень важна. И в этом мире, во всей Вселенной, если мы поищем, то мы найдем, что какие-то люди заняты гьяной, какие-то люди заняты кармой. Но мы на самом деле мы слуги слуг вайшнавов. Это наше самоотождествление. И если это настроение Тринадапи есть в нашем сердце, то тогда не может быть никакого неудовлетворения. Это невозможно. Что говорить о вас и обо мне? Даже Нитянанда Анантадев, он также выражает такое настроение, что я слуга моего господина. Он всегда ведет себя таким образом. Очень важно. Нитянанда Чаритра, Нитянанда Лила. Мы должны слушать ее очень глубоко, поскольку Гауранга Махапрабху снова и снова говорил нам, что те, у кого есть малейшие сомнения о Нитянанде, о Анантадеве, они не станут успешными. Что те, кто думают, что они любят меня, что те, кто думают, что они любят меня, но они не имеют любви к Нитянанде или сомневаются в Нитянанде, то в этом случае они не могут обрести меня, это невозможно. И сегодня день принятия саньясы Вишварупы. Почему я начал с Нитянанды Прабху, он Анантадев, поскольку он не отличен от него. Нитянанда Прабху и Вишваруп, они не отличны друг от друга. И как я могу говорить об этом? Поскольку согласно Сиддханте Вриндава Дас Такура, Кришнадас Кавирадж Госвами и других писаний, можно найти, что значит Вишваруп.
Знаете ли вы значение этого слова? То, что вы видите в этом материальном мире, куда бы вы ни смотрели, везде различные проявления Анантадева, прямо или косвенно. Прямо или косвенно все, что проявилось здесь, в этом материальном мире, все это имеет прямую или косвенную форму Анантадева и ничто иное. И если вы привыкли видеть так, таким даршаном, то вы Сиддха-Махатма. Если у вас есть такое видение, такое понимание, что куда бы вы ни смотрели, вы видите в этом Гуру-Таттву Анантадева, то тогда, несомненно, вы достигли совершенства. Поскольку куда бы мы ни смотрели, что бы мы ни говорили, куда бы мы ни смотрели, то в это время мы, то есть если у нас нет гуру даршан, а есть лакху даршан. А что такое Гуру Даршан? Гуру Даршан — это чтобы вы ни, куда бы вы ни смотрели, вы увидите какую-то суть там, какую-то связь с Гуру. Мы должны предложить Пушпанджали лотосным стопам Анантадева Гурудева. Что это значит, Суман? Это значит, что наш тонкий, чистый ум, суман, есть много синонимов этого слова. Сумана значит также цветы, асуна. Суман также значит чистый, очищенный ум. И это есть настоящая пуджа. Вы должны предложить свой чистый ум лотосным стопам Анантадева, Гурудева, и тогда ваша гуру-пуджа будет успешна. И сегодня день принятия саньясы Вишварупой. Это очень важный день, поскольку вы уже знаете из читания Бхагаваты, вы можете найти более подробные детали из читания Чайтамриты тоже. Это очень важное. Бхагаван Си Кришна, куда бы он, где бы он ни являлся, и перед Верховным Господом Анантадев является здесь, чтобы все подготовить. Это факт. Бхагаван Си Кришна, Верховный Господь, где бы он, Парахилешва, сам изначальный Верховный Господь, где бы он ни являлся, я имею в виду, где он, куда бы он ни сходил, до этого Анантадев является там, чтобы все подготовить. Без этого Господь не может явиться. Вы же знаете, о Кришна-лиле я говорил, но времени мало, я не могу все более подробно обсуждать. И там вы можете найти, что перед тем, как Бхагаван Си Кришна является Анантадев, он явился в чреве Деваки. И тогда из Деваки кто-то, и по воле Кришны, Йогамайи, это плод перенесся из чрева Деваки в чрево Рахини Деви. Но так или иначе, это основа для этого была уже подготовлена. То есть сначала он явился, и после этого Бхагаван Си Кришна, он родился, явился. И здесь случай с Махапрабху. Он явился в доме Джаганатхи Мишры, Шачиматы, и Вишваруп Бхагаван, он родился перед Махапрабху сначала. И через какое-то время Шри Чайтанья Махапрабху Гуранга Нимай, он явился. И также, это очень важное, что в Кришна-лиле Бхагаван Си Кришна, он всегда оказывал свое почтение Балараму.
Кришна, он обычно не, никого не, как сказать, не уважал, не придавал значения никому, но Баларама он очень уважал и придавал ему огромное значение. И в Чайтанья-чаритамрите описывается Чайтанья Бхагавате, что Нимай не боялся никого, ни отца, ни мать, никого, только Вишварупа. И когда он видел Вишварупа, он молчал и ничего не говорил. И такая лила Вишварупа, она очень интересна, никто не может понять. Почему мы не следуем, не отмечаем день явления Вишварупы? Поскольку мы уже делаем это в случае с Нитьянандой Прабху. И поэтому отдельно нет нужды отмечать его день явления. И вот Вишварупа Бхагаван, он жил в доме Джаганнатха Мишри, являл там свою лилу, он особо был, интересовался в обретении знаний, у него была феноменальная память. И в то время, Нитьянанды не было, он являл свою лилу во Вриндаване в то время. Он по всей Индии путешествовал по разным святым местам. Все, что мы можете найти в Бхагаватам, Баладев, он посетил все эти места. И вот Баларам с Нитьянандой, они пришли сначала в Наймиш-кшетру, там они встретились с Сутой Госвами, и Баладев сказал, почему вот этот, он почему не встал, хотя его гуру пришел, он пока явил свой гнев. Не разгневался, именно так вот сделал вид, что разгневался. И Баладев спросил, вот Рам Махаршан Сута, почему ты не встал, не выразил почтение, когда я пришел, и я накажу тебя. И он взял какую-то травинку и отрубил ему. Что-то отрубил. И риши, они сказали, о, Баладев, что ты сделал? Он сидит на Вьясасане. А изначальный Вьяс – это Нитьянанда Баларам, и поэтому ты совершил оскорбление. Мы не можем дальше слушать Харикатху, давай делай что-то. И тогда Баладев, по милости Баладева, сын Лумахаршан Суты, он был выбран, и его усадили на Вьясасану, и все риши муни, они начали говорить, о, Баладев, он был на Вьясасане, а ты совершил большое оскорбление, и что делать, ты иди посети все святые места, омойся во всех этих святых водоемах, и тогда только ты очистишься. И Баладев сказал, хорошо, я пойду, не проблема. И это было желание Нитьянанды Прабху, Анантадева. На самом деле секрет в том, что Баладев, он хотел удовлетворить желание Махаршан Суты. И этот Махаршан Сута, он всем сердцем хотел получить такое наказание от Баладева. От самой Гуру Таттвы, я хочу оставить свое тело. То есть
Он хотел, и вот он подумал, что Нитянанда, если могу оставить свое тело в виде Нитянанды Прабху, и так его желание исполнилось. И сам Нитянанда убил его Баларам. И как в случае с Харидас Такуром, он изъявил такое желание Махапрабху, что он хочет оставить свое тело, видя Махапрабху перед собой и держа его стопы на своей груди. Баладев Гурутатва, они никогда не могут, Баладев это олицетворение Гурутатвы, он никогда не может сообщить, совершить ошибку. Как Шанкарачарья, он хотел утвердить Майаваду, но не мог. Но так или иначе, в Бхагаватам, в Гите, везде Бхакти Татва. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху, он говорил с Пракашанандой Сарасвати. И этот Шанкарачарья хотел утвердить, он хотел доказать, что Вьяс, он не прав. И, а что говорится в... То есть он пытался... То есть он пытался доказать, что Ясадев не прав, а вопрос возникает, если вы считаете его неправым, зачем тогда эти Майаваде не совершают Гуру Пуджу, Вьяса Пуджу, они ее настолько шикарно, настолько роскошно совершают, что мы просто даже смеемся, что они не верят в Гуру Татву, они утверждают, что Ясадев не прав, а зачем тогда ему поклоняться, если вы считаете его неправым? И Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что они все ложны. Их Вьяса Пуджа, она вся, она подобна жизни проститутки, поскольку внутри они лицемеры, а снаружи они показывают свое уважение к Гуру, хотя не верят в него. И Кешав Госвами Махарадж говорит, если вы считаете Вьясу Гуру неправым, зачем тогда ему поклоняться? Хотя в Гите Бхагаван уже говорит, что если у вас есть малейшее сомнение о Гуру Вайшнав, о Даме, о Наме, о Парикаре, о святом имени, то вы вынуждены будете опять родиться в этом материальном мире, пока не избавитесь от этих сомнений. И так вам нужно будет снова и снова приходить сюда. И если вы, у вас есть какие-то сомнения в Саятма Винашчите, и каково же решение всех этих сомнений? Вот это вот решение, что делать, а что не делать. Все описывается в авторитетных священных писаниях. Единственное, что нам нужно, это нужно принять преимущество всего этого, а как нужно приблизиться к чистым Гуру и Вайшнавам. Они не запоминают никакой Сиддханты, Сиддханта, она автоматически является в их сердце. И тогда вы можете осознать от общения с самоосознавшей себя души. То есть от такой самосознавшей себя души может получить такое же настоящее осознание. А если вы не можете приблизиться к Садгуру, к Садвайшнаву, тогда вы не можете понять ничего. Это невозможно. И сейчас суть в том, что Баладев, он не отличен от Нитянанды. Кто такой Баладев? Он есть Нитянанда, и ради той же причины, что Баладев, он раньше путешествовал по всем святым местам, и также Нитянанда, он посетил те же самые святые места. Вы уже знаете, что случилось до этого. Я не хочу это еще раз обсуждать, поскольку времени мало. Вы можете вспомнить, что Харай Пандит там в Экачакре, что в Махабарате описывается, там можно также найти
название этой деревни, она, это вечное место, и Экачакра, Нитянанда Баларам, они явились там. Он был сердцем Харай Пандита, он буквально был сердцем всех жителей этой деревни. Он всегда с самого детства играл лилы Кришны и Рамы, но однажды нечто случилось в дом Харай Пандита. Пришел один саньяси. Он принял служение от Харай Пандита и от Падмавати. И он какое-то время находился в их доме и вот уже собрался уйти. И такое правило, что если какой-то саньяси или Парамахамса, куда бы они ни приходили, нужно что-то дать им. И Харай Пандит, перед Харай Пандитом, этот саньяси хотел сказать, что я хочу что-то попросить от тебя, да, это моя обязанность, поскольку ты уходишь, я могу дать все, что ты пожелаешь. Что правда, да, все, что ты пожелаешь, я могу дать тебе, и Харай Пандит сказал так. И если так, то я хочу забрать этого сына, Нитянанда. Что? И он упал без сознания. Он не мог ожидать, что саньяси может попросить его сына в качестве пожертвования. И саньяси сказал, я хочу путешествовать по разным святым местам. Я хочу, чтобы он помогал мне в этом. Но Харай Пандит, он уже пообещал, что даст ему все, что он пожелает. И он уже не мог отказаться, но так или иначе он был вынужден дать Нитянанду, отдать Нитянанду ему. После этого они очень горевали, как ушел Нитянанда от них. И вот Нитянанда Прабху таким образом вместе с этим саньяси, он путешествовал по различным святым местам. И Нитянанда Прабху, он Авадхут. Авадхут значит, что тот, кто не вынужден следовать никаким обычным правилам. Авадхут значит, что тот, кто не должен следовать никаким обычным правилам. И вот Нитянанда, он Авадхут Таттва, и в Шримад Бхагаватам Бхагаван Шри Кришна говорит Удхаве, о Удхав. Что Авадхуты, они за пределами всех правил и предписаний. Бхагаван Шри Кришна говорит, что те, кто возвышенные души до того уровня, они не обязаны следовать обычным правилам. И любым, на любом уровне они могут находиться, так или иначе они могут поддерживать свою жизнь, но у нас нет права их критиковать. И Нитянанда Прабху, он принял саньяску, мандалу и данду, но Нитянанда и Баларам, он также разбил эту данду и командалу. Вы должны знать об этом, иначе вы сможете понять его неправильно. И в этой Майяпурдхаме, где Гуранга Махапрабху хотел организовать Вьясапуджу праздник, в писаниях уже описывается Вьясапуджа, но заново она была начата Гуранга Махапрабху в доме Шиваса, в Шивасангане. И в Шивасангане Вьясапуджа уже была начата. И это было указание Гуранги Махапрабху, что этот
Нитьянанда, он будет поклоняться Ясадеву сегодня. Нитьянанда, он не заботился ни о чем. Он не мог понять. И подобно опьяненному, и Гауранга Махапрабху взял, взял его, чтобы омыться в Ганге, он вместо этого поплыл к крокодилу. И вот так или иначе они вернулись с Ганги, и он дал указание Шивасу, что ты должен быть пуджари, священником, и обязанность Нитьянанды. Он должен поклоняться в Ясадеве. И Шивас Пандит организовал все, он знает все. Система Вьясапуджа, она очень прекрасна. Вьясапанчак. Кришна Панчак, Вьяса Панчак, я могу это в дальнейшем обсудить. И Нитьянанда Прабху не готов был поклоняться. Шивас, он все приготовил. Он дал малу в руки Авадхуты, чтобы он поклонялся в Ясе. И он взял эту малу, начал смеяться. И после этого Гауранга Махапрабху пришел туда и сказал ему, чтобы он поклонился в Ясадеве. Он начал смеяться, и он предложил эту малу Гауранге. И предыдущий день уже Нитьянанда Прабху в очень таком хорошем настроении, он разбил свою данду и командалу, все были очень удивлены, почему, для чего. И Гауранга Махапрабху услышал об этом, улыбнулся, но зачем вообще для саньяси данда и командала? Я пару дней назад уже говорил о том, что что значит саньяс. Если вы спросите кого-то, что значит саньяс, они должны ответить. Саньяс значит, если вы знаете санскрит, тогда могу объяснить. Сад. Сад плюс ньяс. Сад значит Верховный Господь и Адвайгантатва – это Верховный Господь. Ньяс, ньяс значит отдать себя, значит предаться, хранить себя, отдать себя тем лотосным стопам Верховного Господа – это зовется саньяса. И более другое значение – когда вы можете получить себя, посвятить себя лотосным стопам Верховного Господа полностью без остатка, и это зовется саньясой. Я, значит, буквально посвятить себя, отдать. Я предлагаю свой ум, тело и сердце на служение Верховного Господу. Это зовется настоящая саньяса. И Махапрабху, он выразил такое после принятия саньяса. Я говорил уже, вы не помните, вы забыли. И вот на Бенгале говорится, что если я разовью огромную любовь, влечение, привязанность к Верховному Господу, тогда и только тогда у вас будет право принимать саньяс, иначе не принимайте, поскольку Майя Деви просто скинет вас с пути. Майя Деви не может оставить вас, если вы такой лицемерный саньяси, или вы будете наказан, если есть такая трансцендентная, если есть такая
непоколебимая вера и влечение к Верховному Господу, то тогда вы можете выжить, поскольку саньяса значит обет. Если вы в уме даже физически или как-то нарушите свои обеты, то Верховный Господь, Он пребывает в вашем сердце и видит, что вы лицемерный саньяси. Шри Чайтанья Махапрабху не сможет простить вас. Шри Чайтанья Махапрабху может простить обычных людей. Но те, кто приняли саньяс, решили в своей жизни, но и Махапрабху потом откажется впоследствии, Махапрабху не может простить таких. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, те, кто готовы совершать Кришна Бхаджан, то почему они тогда служат Майя-деви? Почему они заняты Майя-бхаджаном? Я не могу простить их. Шри Чайтанья Махапрабху саньяса лили говорит, всю свою жизнь он был очень внимательный насчет этого. Эти сахаджи, они хотят утвердить расататву с Вишнупри и Гауранга. Это очень плохо, это отвратительно. Вишнуприя никогда не выражала настроение, наслаждение, и Гауранга Махапрабху тоже, поскольку Вишнуприя — это олицетворение випраламхи, разлуки. А всякие сахаджи несут всякую ересь насчет их. И сахаджи не хотят организовать расалилу Гауранги Махапрабху и Вишнуприи. Это просто глупо, это отвратительно. Гауранга Аватар, он явился для другой причины. Его причина явления, она совершенно другая. И если вы будете сконфужены насчет этого, то вы совершите оскорбление лотосным стопам Гауранги и Кришны. Такое двойное оскорбление получится. И саньяса значит это обет, решение. Вы приняли решение, дали обет. И тогда зачем вы тогда идете на кооперацию с Майя Деви, зачем вы с ней сотрудничаете? И поэтому Бхагаван Шри Кришна, Он дает такое предупреждение всем тем, кто собирается принять саньяс. И в тот же тогда я еще сказал, что Бхактивинода Тхакур говорил еще 150 лет назад, что если количество саньяси увеличивается, это наверняка шутки майя. То есть, если вы видите, что саньяси все больше и больше, это невозможно. Это практически невозможно, что количество саньяси увеличивается. И тогда Бхактивинода Тхакур говорит, вы должны быть уверены, что это просто шутки майя. Будьте внимательны. И если есть какой-то запах даже не наслаждения, а просто запах наслаждения, то тогда не принимайте саньяси. Это моя просьба, поскольку вы будете скинуты с духовного пути, Махапрабху не простит вас. Вы можете помнить то наказание, которое получил Чота Харидас. Вы можете помнить то наказание, которое получил Чота Харидас Джагатананда Пандит, описывает это в Прамавиварте. Это очень прекрасная книга. И что же он пишет? Вот эти слова он пишет. Что если вы хотите поддерживать такие прекрасные отношения с Гауранга, вы должны помнить то наказание, которое дал Гауранга кому? Чота Харидасу, маленькому Харидасу. И этот яркий пример должен быть в нашем сердце. Если вы забудете, то тогда вы не сможете обрести милость Чайтанья Махапрабху. Это невозможно. Будьте внимательны насчет этого, осторожно. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит то же самое, почему сегодня Вишвару принял саньяс. И также я хочу сказать о явлении Нитьянанды, но не сейчас, а в дальнейшем, что Нитьянанда
почему он разбил Данду и Камандалу? Почему Нитьянанда разбил Данду и Камандалу и Гуранге? Какой секрет, за этим все критикуют? Он Нитьянанда, сам Нитьянанда, и какая же польза от саньяса, от Парамхамса-веши, чтобы обрести это эстетическое чувство, любовь к Верховному Господу. А Нитьянанда, он и есть наивысшее олицетворение любви. Нитьянанда служит Гуранге Махапрабху, Баларама Кришне, как Баларам служит Кришне всеми возможными способами. Я могу сказать бесконечными способами. Анантадев, он бесконечен, и он служит Верховному Господу бесконечными способами. Если я буду говорить об этом, вы удивитесь, то, что вы делаете это все Нитьянанда, Дживатма, прямо или косвенно. И все те, кто даже работают, например, полицейскими или ворами или еще кем-то. Это все, они все заняты служением майи. Неважно, человек работает министром или еще кем-то, то это просто служение майи в конце концов, ну, чтобы она как-то существовала. И вот без конечные Нитьянанда, Анантадев, Баларам, он служит Верховному Господу различными способами. У Нитьянанда уже есть такая любовь, и хотя Гуранга Махапрабху уже сказал, какая же суть саньяса, если вы развили огромную любовь к Шри Кришне, это есть суть саньяса. Суть саньяса – это любовь, влечение к Шри Кришне. А Нитьянанда – это источник всей любви. И Гуранга Махапрабху сказал, я отдал тебе все. Ты можешь распространить это так, как хочешь. Прямо это высшее сокровище, оно с тобой. И Гуранга Махапрабху говорит о Нитьянанда. То сокровище, оно уже с тобой, ты должен раздать все, как и кому хочешь, согласно твоему желанию. Хотя Бхагаватам Бхагаван Шри Кришна говорит о уже. Что они за пределами любых предписаний, не пытайтесь как-то контролировать их, как-то влиять на них, Парамахамса, они за Авадхуты, они за всеми, за пределами любых правил и предписаний и ограничений, как Вишну Приядеви, она саньяси, как это, я могу математически доказать это, что Вишну Приядеви, она саньяси. А что значит саньяса? Я уже сказал вам, полное посвящение себя лотосным стопам Верховного Господа Вишну Прия, кто это, она и есть олицетворение этого всепосвящения. Шивас Пандит, он тоже саньяси. Хотя внешний домохозяин Гададхара Пандит, он уже принял саньяс. Шивананда Сен тоже саньяси, хотя внешне выглядит как грехастха. Ну да, внешне не грехастха. Но согласно правилам и предписаниям настоящих саньяси, они соответствуют им, их сердце уже отвечает всем требованиям саньяси. Хотя внешне выглядит, что они грехастхи, но они соответствуют истинному значению саньяса. И великие ачарьи, я не хочу называть их, они критикуют свадьбу Нитьянанды Прабху. И я был вынужден ответить подобно огню. Бхати Махарши проверил мою статью, был очень восхищен ей, сказал, что публикую, никто не может ничего сделать тебе, это такой был достойный ответ, и ничего было возразить, они замолчали. Это вот была такая дискуссия, они все новые и новые
аргументы приводили, я их все развел и разбивал. И после этого я их переспорил. Они хотели доказать, что Джанава и Васуда, они не были женами Нитянанды. Это какой-то известный ачарь пытался доказать. В Намахате так много мусора, и поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о себе как о подметальщике рынка святого имени. Он хочет вымести весь мусор с Намахата. Почему вы позволяете всякому мусору быть на рынке святого имени? Это обязанность всех ачарьи защищать Сиддханту. А что делать? И вот сейчас Нитянанда Прабху, он разбил свою Камандалу и сломал Данду. По желанию Махапрабху он был вынужден жениться на Васуде и Джанаве. Но все же его обет саньяса не был нарушен, поскольку он Авадхут. Это не какая-то новая сиддханта, я не говорю ничего нового. Те, кто не знают этих секретов, они могут сомневаться насчет этого. Нитянанда Прабху, он был, он был после посещения многих святых мест, он ждал явления Гуранги во Вриндаване. И когда Гуранга явился, после этого Гуранга, когда вырос, и тогда Нитянанда Анантадев пришел и присоединился к его лиле, а Вишваруп, он уже был там с Нимаем Пандитом с самого детства. Вишваруп, он всегда ходил на собрания Адвайта Гасая. Все время Вишваруп ничего не хотел в этом материальном мире. Вишваруп был полностью отречен. Он только посещал собрания Адвайта Гасая на эту сабху и слушал и обсуждал Бхагаватам, Гиту и Упанишады и другие писания с Адвайта Гасаем. И Адвайта Гасай был очень доволен Вишварупой, что он настолько умен, настолько разумен. Любую сиддханту, который говорил о Адвайта Гасае, он принимал это, осознавал. То есть его, то есть разные люди, они не могут, у них разный ум, разный разум, разные, как сказать, способность что-то воспринимать. И вот Вишварупа, он был там с Адвайта Гасаем практически всегда. Даже Сачимата, она беспокоилась, что мой старший сын, он не живет дома. Все время он ходит к этому, на собрание Адвайты Гасая. И иногда Сачимата, она была вынуждена отправить Нимая без одежды, чтобы он пошел и позвал старшего брата. Иногда Сачимата, она отправляла Нимая: «О, Нимая, иди и позови своего старшего брата, он там, в Адвайта Бхаване». И тогда Нимай без одежды. И вот он пошел и зашел на собрание Адвайта Гасая. И Адвайта Гасая посмотрел на него: «О, кто он, настолько прекрасен!» И пошел, взял своего старшего брата за руку: «О, брат, мать зовет нас». Он пошел, схватил его, сказал, что просад готов.
И Висхарупа приходил и принимал прасад. Но когда Нимай, он делал какие-то шалости, Сочима's outing, hey, you bring here in room, all dirty I'll have to clean. Hey, don't shout, I love them. You love them? I have to clean room again. Иногда он приносил какой-то щенка домой, и мать его очень гневалась, что... Ну что тут всякое собачательное пахнет, и она просила кого-то вынести этого щенка и мыла все с коровьим навозом, чтобы очистить. И когда Нимай приходил, то он возмущался, что куда собака пропала. Но когда Висхарупа пришел, он уже не возмущался ничем. И там описывается, что он уважал только Висхарупу и слушал его. И слушался он только Висхарупа. И так или иначе, Висхарупа развил непривязанность. Нитьянанда, он здесь особо является вот в двух ипостасях. Висхаруп, он также не отличен от Нитьянанды, от Анантадева. И вот Висхаруп день за днем развивал непривязанность, и Сачима и Джагнат Мишра, они очень беспокоились, что этот мальчик куда-то ходит, слушает шасты какие-то, и он не заинтересован на материальной самсаре. О, хотя... И вот отец уже постарел, он уже заботится о нем, он только ходит, шастры изучает. Это очень опасно. И постепенно Шачимата осознала, что он примет саньяс, несомненно. Я смотрю на его настроение, это плохо. И Шачима и Джагат Миша решили женить его вот прямо сейчас. И вот организовали свадьбу для него, но Висхарупа, он ушел из дома навсегда. И вот ночью Висхарупа ушел из дома, он принял саньяс и начал путешествовать по различным святым местам. И главное, что Гуранга Махапрабху хотел принять саньяс, что Гуранга явил такую лилу. О, мать, вот сегодня я увидел один сон, что кто-то пришел. Висхаруп, он взял меня за руку и сказал, идем, ты должен принять саньяс. И я сказал, я не понимаю значения саньяса, я хочу служить отцу и матери, это хорошо. И Сачима очень обеспокоилась, может, этот сон, может, этот сын опять может принять саньяс, и Висхаруп уже ушел. Висхаруп, он пришел во сне и сказал, пригласил его принять саньясу. И Сачима, она очень обеспокоилась, что, может, этот сын тоже примет саньясу, я не знаю. День за днем он являет какие-то странные вещи. И после этого, когда Гуранга Махапрабху, Нимай, он начал ходить на собрание Адвайты Гасая, она начала беспокоиться, что этот Адвайта, надо ему не Адвайта, а Адвайтой называть, почему же он так делает, что первый сын ушел, сейчас второй сын с ним общается, он тоже уйдет, примет саньясу, я останусь одна в этом мире. И вот она подумала так,
Гауранга Махапрабху узнал это, что Сачима совершила оскорбление лотосным стопам Адвайты. Она ничего не сказала, просто подумала, что его имя Двайта должно быть, а не Адвайта. Поскольку первый сын ушел, второй сын тоже. И поэтому его имя должно быть Двайта Гусей, а не Адвайта. Только об этом она подумала, и Гауранга Махапрабху осознала, что это оскорбление она совершила лотосным стопам Адвайта. И это оскорбление было искуплено с последующей лилой, и потом, так или иначе, Гауранга Махапрабху, он взрослел, его родители организовали свадьбу для него, и жена, это Лакшмиприя, она умерла, и следующая Вишнуприя, Деви, олицетворение разлуки, она... Is a very very catalyst, you know. In the Vishnu, Vishnupriya, она подобна катализатору. If something, if you add, then the reaction expedite, accelerate. Ну, so Vishnupriya is the main. Vishnupriya это главный катализатор. Main. Without Vishnupriya, Gauranga, Vipralamba, Baba, you cannot understand. Vipralamba. Гауранги, его бхава випраламбхи, ее нельзя понять без Вишнуприя. И вот Гауранга Махапрабху, когда он вернулся из Гайи, он явил какое-то странное настроение, которое практически невозможно найти у обычных людей. Он был подобен сумасшедшему, иногда плакал, иногда катался по полу, иногда плакал. И Сачима думала, что мой сын сошел с ума. Она позвала какого-то юридического доктора, чтобы организовали для него какое-то особое масло для охлаждения его. Но Гауранга Махапрабху, но они не смогли изменить настроение Гауранги. И однажды они спросили: «О, Сивас, я думаю, я сошла с ума, что ты думаешь насчет этого?» «О, Сивас, какое твое мнение?» И Сивас сказал: «О, Прабху, я знаю, зачем ты пришел в этот материальный мир. Ты сейчас только начало твоей лилы, это первое проявление Рагануга Баджана. I know. Really so. If you are going to speak wrong, yes, then I am going to jump into Ganga and finish my body. By chance you are speaking right. И он сказал: «Да, ты прав». Чайтанья Махапрабху начал вот здесь свою лилу. И после этого, когда Чайтанья Махапрабху, он принял отреченный уклад жизни, вы уже знаете, что дальше произошло. Сначала он отправился во Вриндаван, но Нитянанда одурачил его, и он пришел назад в дом Адвайта Гасая. Нитянанда Прабху, иначе Махапрабху бы без обуви, без воды, он пошел бы туда, и воспевая Махамантру во Вриндаван, служить Кришне. И Нитянанда Прабху, он взял, обманул его, он быстрее его пошел и сказал тем мальчикам, которые играли там по дороге, что если Махапрабху спросит, где Вриндаван, покажите его там, вот, наоборот, что правда, да, говорите так. И вот Махапрабху потом дошел до туда, спрашивая, как тут до Вриндавана дойти, ему сказали: вот, пожалуйста, вот по той дороге. Он пошел и вернулся к Ганге, принял омовение в ней. Он смотрит: Адвайта Гасай, там, ты здесь? Как ты узнал, что я во Вриндаване? И Адвайта Гасай засмеялся: о, Прабху, я очень удачлив. Luckily, you have come here. К счастью, ты пришел сюда на берег Ганги.
Как это, разве не Ямуна? Нет, это Ямуна, это вот здесь Ямуна с этой стороны, а с той стороны Ганга. Поэтому ты правильно пришел. И вот это все Нитянады было так подстроено, и Гуранга Махапрабху так пошел, очутился в Шантипуре, и потом по указанию Сачиматы, чтобы... Сачимата, она попросила его находиться в Нилачале, поскольку часто преданные ходят в Пури назад, чтобы узнавать, как он там поживает. И Махапрабху сказал: «Хорошо, я буду исполнить твое желание, я буду жить в Нилачале, в Пури». И после этого Гуранга Махапрабху ушел в Пурушоттамдхаму, в Нилачалу. И вы знаете, что дальше происходило. И Махапрабху, когда уходил уйти с Навадвипы, то он сказал: «Дайте мне разрешение, я пойду искать Вишварупа. Я хочу пойти на поиски Вишварупы, узнать, где он находится». Это такое. И Махапрабху, он знает все, что в Махараште есть одно место, и там Вишваруп. Он оставил свое тело. Оставил свое тело, значит, он вошел в тело Нитянанды. Анантадев. И там он оставил тело и пришел. И здесь он опять вернулся сюда и вошел в тело Нитянанды. И вот Чайтанья Махапрабху сказал это, чтобы просто... чтобы его отпустили, чтобы он пошел и узнал, где же Вишварупа, поскольку до сегодняшнего дня мы ничего не знаем о нем. А что значит Вишварупа? Вишварупа значит Нитянанда. Вишварупа это значит весь мир, весь космос. Это форма отражения. Нитянанда Баларама и ничто иное. Но сегодня особый день для нас, Гауди, поскольку именно в этот конкретный день Вишваруп, хотя это правило, что те преданные, которые соблюдают Чатурмасию, они не бреются на протяжении 4 месяцев, но особенно в этот день, поскольку Нитянанда, он гуру, Вишваруп в это время, сегодня, и согласно предписанию, посередине Чатурмаси Враты, практически посередине, он принял саньяс, и поэтому у нас есть право бриться сегодня. Сегодня мы можем побриться. Шрила Прабхупад иногда брился, иногда 4 месяца не брился, зависит там, так или иначе, со времени не было, не брились. И это такое правило. Нитянанда, Анантадева. И вот суть в том, что проповедь – это не обязанность Верховного Господа, понимаете? Проповедь, почему я вернулся к этому? Поскольку когда? Кто? Вишваруп, он слился с Нитянандой, то тогда проповедь Нитянанда начал проповедовать больше, в 2 раза больше. И это не обязанность Верховного Господа проповедовать, но все же мы находим, что Чайтанья Махапрабху ходит по разным местам, проповедует, но он также явился с чувством Радхарани, хотя он сам Верховный Господь, но он явился с чувством сердца Радхарани. Радхарани – это олицетворение Гурудева, и поэтому он проповедовал. И вот Гуранга Махапрабху так посещал многие места ради проповеди, но вся обязанность проповеди была дана Нитянанде Вадхуту.
это секрет. И однажды один секрет разговор был в Гамбхире, о чем никто не знает. В Чайтанья Чаритамрите просто описывается, что то, о чем говорил Нитьянанда и Гуранга, никто не знает об этом. Только Гуранга Махапрабху сказал Нитьянанде, что ты должен исполнить мое желание, ты должен проповедовать, широко проповедовать. Ты должен ходить от двери к двери и проповедовать. И если Чайтанья Махапрабху сказал, я никого не нахожу в этом мире, в этих 14 мирах, такого, как ты, кто может исполнить мое указание, кто может исполнить желание моего сердца. Понимаете, Гуранга Махапрабху сам сказал так. Чайтанья Махапрабху говорит, что нет никого, кто мог бы исполнить это указание правильно, должным образом, и поэтому я отдаю его тебе. Это служение и пожелание Гуранги Махапрабху, Верховного Господа Абадхут. Он вернулся назад в Бангладеш, в Бенгал, и я уже сказал, что он разбил свою командалу и сломал данду. Гуранга сам одобрил это. В Чайтанья Бхагавате говорится, что Нитьянанда, когда разбил свою командалу и данду в Шивас Ангане, все были удивлены, и они сказали Гуранге, и Гуранга, он засмеялся, взял эту гангу, данду и командалу и выкинул в Гангу, поскольку это все бесполезно для Нитьянанды, поскольку саньяса Нитьянанды, она естественна. Что толку иметь данду и командалу, если у него такая естественная саньяса? И также Нитьянанда, он сломал потом данду Гуранге Махапрабху по пути в Нилачал посередине. Он сломал данду. И скинул в эту Чандрабагу реку. И Махапрабху спросил, где же моя данда? Он Нитьянанда сказал, данда, куда данда пропала? Как я дал тебе обязанность защищать мою данду, и ты сейчас говоришь, что не знаешь, куда она делась, где же моя данда? Отдай мне ее назад. Он сказал, что ты... Когда ты танцевал в экстазе, ты сломал свою данду на три части, и вот я взял и выкинул ее. Как это? У меня единственное сокровище, что у меня есть. Единственное, это данда, что у меня было. А ты взял еще и выкинул, даже не сохранил. Поэтому давай ты... Поэтому я не могу идти с тобой дальше. Давай, ты либо иди вперед, либо назад. Ты разбил мою данду, сломал мою данду. И Нитьянанда сказал, хорошо, давай, но ты иди сначала, мы за тобой пойдем. Поскольку Нитьянанда знает, что у меня будет возможность служить Нитьянанде, когда Махапрабху пойдет без чувств. Тогда я могу что-то сделать для него. И Махапрабху, он пошел, воспевая святые места в сторону Нилачала. И Нитьянанда и прочие преданные, они следовали за Гурангой. И в итоге они нашли, узнали, что какой-то великий саньяси упал в храме Джаганатха, и Сарвабхаума Бхаттачарья со своими учениками, они унесли его тело.
куда-то в храм, и потом они, когда узнали, они были уверены, что это Махапрабху, никто иной. И вот они потом, они пошли в дом Сарвабхаума Бхаттачарьи и увидели его, что да, он здесь. И вот суть в том, Вриндаван Дас Тхакур говорит, что в Рама-лиле Лакшман Лал, он был младший брат. Все, что говорил Рам, он должен был исполнять. Лакшман, он все делал, что говорил Рама. Он не мог ничего возразить, хотя, может, чувствовал боль в сердце, видя, что мой Господь, он пешком ходит, даже нет никакой обуви. У них было всего одна пара обуви, Бхарат ее забрал. И после того, как пересекли эту реку, этот Гухакчандал, эти деревянные обуви, Бхарат, когда он узнал, он примчался, чтобы поймать Господа, чтобы он вернулся. Но Прабху, Господь, он не вернулся. Вместе с Лакшманом и Ситой пересекли они этот... реку Рамачандра с Гухакчандалом подружился, Бхарат достиг того места, Бхарат плакал. Так иначе он был утешен Рамой, пожалуйста, не плачь, как я могу жить? Я умру перед тобой, нет, ты должен исполнять мое указание. И Бхарат взял его эти падаки, деревянную обувь, деревянные падаки. И с тех пор Лакшман, он с тех пор он только Лакшман, он не мог, он только наблюдал трудности Рамачандра. И он ждал того дня, когда он сможет ему служить должным образом. И 14 лет он постился, видя, как страдает его Господь. И Лакшману даже за эти 14 лет он ничего не ел. И этот Лакшман Лал сейчас в Кришна-лиле, он явился как Баладев, старший брат. То есть никто не мог, и он не мог ему возразить, как в прошлой лиле. И таким образом он служил ему, как только мог. И в Бхагаватам много прекрасных шлок. И в одной из них говорится, что Кришна Бхагаван, он массировал стопы Баладева, поскольку это сева Баладева. Почему? Кришна служит ему, но нет, это что значит служение? Служение значит, чтобы Господь был доволен нами. И можно найти, что Кришна массирует стопы Баладева, и это служение Баладеву, Нитянанде, что Кришна получает радость от этого, и поэтому Кришна Баладев, Баладев, что видит, что Кришне нравится массировать его стопы, то он позволил. То есть, если Кришна будет этим доволен, то почему нет? И также в лиле Нитянанды и Гуранге можно везде можно найти в Читании Бхагавати, это описывается. Читание Читамрити, если аналитически посмотреть все, то можно видеть, как Нитянанда служит Гуранге. Даже после того, как принял саньяс, как Нитянанда служит Гуранге. Из-за своей огромной любви Гуранга Махапрабху иногда падает. У него огромное тело, Нитянанда схватил его, поймал. Так или иначе.
Нитьянанда Баларам, они всегда действовали, служили. И единственное, когда Гуранга Махапрабху явил чувство Радхарани, то Нитьянанда он уже не мог находиться рядом. И когда Гуранга Махапрабху выразил настроение Радхарани, то Нитьянанда понял, что он не может находиться рядом с ним. Он ушел, подобно тому, как пример я могу привести. В день Хирапанчами. В день Хирапанчами. Это особый день, когда вы уже знаете, Лакшми Деви, она пришла вместе со всей своей группой, чтобы наказать Господа Джаганатха. Почему вы моего Господа забрали так надолго? Я накажу вас, и эти панды. Слуги Джаганатха, они плачут, жалуются, что Матаджи, прости нас, нет, я накажу вас, ну хорошо, иди, завтра мы этого Господа привезем назад, иди, пожалуйста. И после этого Лакшми разгневанная говорит, что если мой Господь вот завтра не вернется, я накажу вас. Ну хорошо, хорошо, ждите. Завтра наверняка мы его Господа вернем. И тем временем, да, в этой Хирапанчами лиле, это обычно ночью случается, около часа-двух ночи. И вот Лакшми Деви в такое время ходила на паланкине со своими слугами ночью. И вот царь Пратапарудра, он организовал что-то там для Господа, чтобы его Господь Чайтанья Махапрабху мог видеть всю эту лилу. Джаганатха. И вот он организовал там какое-то возвышение, пандал какой-то или еще что-то. И вот времени достаточно было, и вот они обсуждали между Сваруп Госаем и Шивас Пандитом. Шивас Пандит хотел Вайкунтха Татву утвердить, а наш Сваруп Госай хотел утвердить Вриндаван Татву, и Махапрабху посередине говорил: Шивас, на самом деле ты рассказываешь о Вайкунтхе Татве, но Сварупа, он чистый вражеваси. Он не может находиться перед рядом с ним. И вот они обсуждали. А Махапрабху слушал, они говорили между собой. Шивас говорит: моя Лакшми Деви, она... И Вриндаван настолько великолепен, что даже Вайкунти не могут сравниться с Вриндаваном. И вот Махапрабху говорит: о, Шивас, ты являешь настроение Вайкунтхи, а он Шуда Враджаваси, он не может этого находиться рядом вот с таким настроением. И вот они обсуждали, когда тема Рада Вирахи пришла, то Махапрабху начал говорить. А Нитьянанда ждал. Нитьянанда, он же всегда ждал за Господом, и он, чтобы если Господь упадет, он мог сразу поймать его. И вот, а когда он явил настроение Радхарани, Нитьянанда, он ушел, поскольку это Расабас. Расабас, Сиддханта Вирот, это плохо, Махапрабху не может потерпеть этого. И вот в Гора Лиле, особенно в Кришна Лиле, Баладев, он служит.
И в этой Гауранга лили Нитянанда тоже служит по-разному. Вишваруп, значит, Анантадев. И мы говорили все о Анантадеве, поскольку Вишваруп, он и есть Анантадев. И вот сегодня этот важный день ухода Пандарпура. Место Пандарпур в Махараштре, где Вишварупа оставил свое тело. Вот слово Лила Самбаран более точно. Он закончил свою лилу в этом материальном мире и слился с Нитянандой, поскольку он часть Нитянанды. А часть Ананты бесконечного, она тоже бесконечна. Амша, Нитянанда, она тоже Амша, она бесконечна. И вот сегодня Вишваруп, он закончил свою роль в горе Лили и вошел в тело Нитянанды. И вот на сегодня все. Вашнавьё намо намо.